Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я начинающий мыловод. Сегодня у меня первая распаковка посылки с сайта Мыло.Опт. Ну и начнем. У нас, так как мы находимся на Донбассе, посылки в первозданном виде не доезжают. То есть мне привезли хорошие знакомые, все это в пакете. И вот сейчас мы это все будем разбирать. Вот такая вот к нам пришла накладная. Ну и дальше наше богатство. Вот было у нас такое вот нож для нарезки сыра и овощей, но пойдет и для мыла. Потом я заказывала пакетики. Очень должны быть неплохие пакетики. 100 штучек, 10 на 20 сантиметров. Необычный довольно-таки формат. Ну, должно быть тоже удобно. Для мыла замечательно. Еще и для скрабиков, и для всего остального подойдет. Дальше у меня тут есть вот такая вот долгожданная формочка, которую я долго искала. Алфавит. Замечательная вещь. Будут красивейшие кубики мыльные, с которых я буду делать имена, надписи и другое. Так. Тоже для упаковки заказала я себе ленточки. Ой, какие красивые. Тут и синенькая, и зелененькая, малиновая, нежно-желтая и персиковая. По 5 метров я брала. Ну, пока мне хватит. Довольно-таки надолго. Так, теперь у нас идет бумага тишью. Я первый раз, в принципе, буду ею пользоваться. Я как-то более привычна гофробумага. Взяла попробовать, что из нее получится и получится ли из нее наполнитель. Вот, есть голубая. Но я надеялась, что будет салатная, но получилась темно-зеленая бумага. Розовая, нежный цвет. И желтый. Ну, для наполнителя, я думаю, будет неплохо. Попробуем, если что, потом закажу еще. Тут еще есть у меня штучки. Я иногда занимаюсь свечками, пытаюсь заниматься. Это вот держатель для фитиля. Попробуем, как оно будет. Тут 10 штучек держатель для фитиля. И вот такой вот фитиль 2 мм. Я думаю, он довольно-таки толстенький. Довольно-таки для больших свечек будет. Ну, попробуем. Дальше я заказывала себе флакончики с капельницами. Вот такие вот штучки. А ну, сейчас мы попробуем ее собрать. Как это будет? Это вот так вот вставляется. И вот так вот закручивается. Даже с контролем первого вскрытия. В этих флакончиках я буду разводить сухие пигменты и заливать их сюда. Должно быть очень даже удобненько пользоваться. Заказала их аж 10 штучек. А вот здесь вот у нас красота. Вот такой вот розовый глиттер. Очень такой интересный цвет. Миленький он такой. Зеленый глиттер. Тоже симпатичный цвет. И интересная штучка, которую я редко встречаю на других сайтах. Неоновый желтый. Ну, здесь его 5 грамм. Он подороже идет чуть-чуть обычных. Ага, и перламутры. Перламутр, бронза. И обычное серебро. Вот. Тоже пригодится все. Так. Отдушки. Вот я взяла 3 отдушки, я заказывала. Вот одна у нас идет цветок лотоса. Это для мыла коньяк. Я брала на выбор вот такие. Вот посмотрим, что лучше подойдет. Коньяк ароматизатор и виски ароматизатор. Ну и мне в подарок от магазина очень приятный сюрприз. Пришла отдушка для мыла с нуля, 100% богиня. Должно быть, наверное, тоже что-то очень интересное. Посмотрим. Тут еще у нас есть пипетки Пастера. Я заказала
5 штучек, вот такие штучки для тонкой работы. Будем пользоваться. И самое долгожданное – это молды. Ну, на сайтах, конечно, кажется, что это все больше по размеру, когда смотришь на фото. Ну, тоже неплохо. Вот молд цветочки, здесь розочка, по-моему, ну, сравнительно большая в сравнении с остальными. Две ромашечки маленьких, а это что-то вроде георгина или что-то такое, вот пушистик маленький такой. И две маленьких розочки даже с листиками, вот. И, по-моему, тоже георгин или что-то такое, красивый цветочек тоже будет. Вот, будем тоже делать штучки, вплавлять в мыло. Вот. Так, следующий мой молд. Это будет бабочки. Вот, ну, тоже думала, что они покрупнее. Ну, даже очень даже неплохо, так как я планирую вплавлять это тоже в мыло, в прозрачную основу, то, в принципе, очень даже неплохо, очень хорошо видно рельеф, будет красиво. Ну и последний молд – это шарики. Вот такая вот штучка, шарики разного размера. Тут, правда, не совсем шарики, я когда заказывала, не обратила внимания на отзыв. Это полусферы, и мне придется их соединять половинки и сплавлять вместе. Ну, тоже неплохо. Размеры разные, тут как минимум 3-4 размера идет. Всего здесь 22 штучки. Вот, вот такие вот молды, очень я их хотела давно, и будем пробовать. Вот такая вот у нас получилась первая посылка. Спасибо сайту Мылоопт. Ну, я довольна. Всего доброго!